Сейчас идет скайп Алексея и Влада. Теперь все полностью распределенная команда. Мы все живем в разных городах. И вот эта вся огромная команда, где уже нас порядка 30 человек, нужно постоянно нам общаться и решать миллион вопросов. Я хочу сказать об Алексее Сидоренко, руководителе проекта, у которого, как мне кажется, и я абсолютно уверен, есть некий взгляд в перспективу. Он умеет видеть что-то там за горизонтом. За горизонтом? За горизонтом я вижу постоянно проблемы. В этом году? Во-первых, мы в теплице, я и мои коллеги, мы провели в общей сложности 143 мероприятия за год, а с учетом тех мероприятий, в которых мы участвовали, это было 201 мероприятие, и это, по-моему, безумно круто. В этом году мы провели 84 метапа и написали 70 публикаций. В этом году было 12 хакатонов. В нашу программу Пафика пришло, кажется, 50 новых участников. Наш сайт посетило 2,3 миллиона человек. 2016 год для редакционной группы стал просто удивительным годом. Мы изменились качественно, мы изменились по структуре. Что еще? Мы сделали совершенно прекрасные, кажется, то ли 15, то ли 18 выпустили в свет интернет-проектов. Мы помогали некоммерческим организациям, делали всякие сайтики. Мы сделали Telegram-бот для центра Антон. Мне кажется, это особенность теплицы. Уникальность и интересность людей создает уникальный и невероятно интересный проект.